Моє вітання у майже весняному садочку. Я Світлана, і ви потрапили у мій сад. Вітаю своїх підписників та нових глядачів. Нас вже більш ніж 14 тисяч. Дякую усім. Сьогодні покажу вам обрізку штамбових гортензій. Я вже вовсю обрізаю. Ну, не от цей. Це наша звісна пінки-вінки. Ви часто сорт спрашуєте. Покажу обрізку штамбових гортензій на примірі от цієї 3,5 года гортензії. Це гортензія Magical Sweet Summer. Мы ее часто видим в этом месте. Красивое деревце. Соцветия у нее небольшие. Очень красиво она цветет. Такими, как виноградные гроздья перевернутые. И сами соцветия как-то быстро из белого превращаются в перламутрово-розовые. Пастельный такой цвет и держится. Это полукарликовый, я думаю, сорт. Не карликовый совсем. Как он у меня такой получился? Случайно, скажем так. Вот если вы вырежете или поломают собаки ветви. У меня одну гортензию зайцы сгрызли, а эту я, ну, частично поломала. Две ветки осталось. И вот у меня два штамба. Две веточки я оставила, получилось два штамба. Ну что, начинаем. Смотрите. Первое, что мы делаем. Мы рассматривать будем, опять же, по одной веточке, идущей из центра. Все ветки, которые идут в центр, вырезаем сразу. Первое. Второе. Пенечки вырезаем. Ну, или можно ветви тоненькие. Второе. И третье. Пенечки. Со штамбовыми гортензиями единственное, надо сохранять очень аккуратно скелетные ветви, как я говорила. Потому что если мы нарушим в самом начале структуру нашей кроны, допустим, вот эта ветка, если бы была поломана, то все, у нас однобокая гортензия была бы. Так, с этой веточкой что мы делаем? Срезали мы пенек. Срезали веточку в середину идущую, обрезали на две почки. Тут вот так сделаю. Вот это было направлено строго в центр, эти в стороны. Я решила их оставить. Так, сам пенечек. Вот этот мы срезаем у самой ветки и проверяем срез. Вот что про срез хотела вам показать. Он должен быть вот такой светлый совсем. Вчера обрезала кустовые формы. Кстати, только что, где я вам показывала, возле забора. Сейчас покажу эту веточку. Вот она, хорошая ветка. Смотрите, я ее уже вырезала. Она вот так была. Все отлично. На три почки я оставила. И вот вам, пожалуйста, вот, если у вас такой срез по центру, просто дырка туда. Там поселился уже какой-то жук. И он, вот эти ветви еще здоровые, хорошие. Они будут и цвести, и расти. Но жук будет дело свое делать. Он вон туда будет себе внедряться. И мне пришлось, как было не жалко, эту ветвь вырезать.
Видите, тут сердцевина белая, хорошая. Вот эта точечка, это просто как заусеница была. Вот такой белый срез у вас должен быть. Сердцевина белая. Так что мы очень внимательно смотрим на наши ветви. Центральный побег во все стороны расходится. Наши красивенькие. Она самая высокая. Я тут обрезаю на одну почку. Это гортензия полукарликовая, как я сказала. Нарастает она не быстро. Междоузлия, смотрите, какие маленькие. Всего сантиметра 2,5. Поэтому тут надо со штамбовыми осторожненько. Так, смотрим, допустим, следующую веточку. Первая. Вырезаем. Тонкую. Короче надо. Так, дальше идем в центр, который смотрят веточки. Развилка, видите? Это смотрит в центр. Убираем. И третья. Наш пенек. Тут понижаем на две. С этой стороны на одну хочу. Сразу вот видно, что надо убирать на этой ветке. В центр смотрящую. Так, ну мы до нее дойдем. Чтобы вам всегда было проще, идите по каждой ветке. Не мечитесь по кусту туда-сюда. Эту мы обрезали, в эту сторону развилка. Она друг напротив друга. Эту вырезаем. Короче, надо всегда пенечек. Тут на две почечки. Раз, два. Все, на этой веточке, вот она, больше ничего нету. Так, сейчас еще плохо видно, потому что нижние ветви у нас. Так, давайте следующую развилку пройдем. Вот эта ветка. Мы в центр идущий побег вырезаем. С этой стороны аналогично. Сейчас я обойду, чтобы было виднее. Вот она. Тут поломан побег был. Вот вам в эту сторону была бы красивая ветка. Ее уже нету. Но все равно в центр та, что идет, мы ее вырезаем. Она нам не нужна. И тут понижаем. Давайте я тут тоже на две. И с другой стороны на две почечки. Вот вам уже вот эта ветка, видно, уже немножко кособокая. Так, нижняя простая веточка. Пенек не забыли, попроверяли. Пеньки у нас хорошие срезы. Вот, видите, это прошлогодний пенек, который вообще никакущий. Но мы его срезали, он чистенький, хороший. Тут понижаем. Я даже на одну почку уберу. Так. Ну, и быстренько я буду обходить и вам рассказывать моменты, которые прямо сильно интересные. Вы будете смотреть и спрашивать. Вот эту я полностью буду удалять ветку. Она вся смотрит в центр. Вот это, видите? Так, она нам не нужна, она только загустит нашу гортензию. Вот эту тоже вырезаю. Это смотрит в центр, но немножко в сторону, вверх. Вот тут было соцветие, она небольшая соцветие. В этом месте не будет уже ветвей, поэтому понижаем. Ну и чтобы розетка была одинаковая со всех сторон. Ниже идем. Эту вот развилка в центр куста убираем. Пенек убираем. Тут понижаем
на две почки. А вот пропустили. Вот вам веточка тоненькая. Ну, этой гортензии все веточки тонкие. Я возьму, оставлю одну почку, чтобы мне просто сама форма гортензии была кругленькая. Вот интересная развилка, смотрите. Вот это в центр и какое-то вообще поломанное. Тут у нас чудо-юдо. Я его буду так вырезать. В центр идет пенек. С этой стороны понижаю. Но сама веточка какая-то бедненькая. Но мы развернули, чтобы у нас все-таки вся наша структура вот эта сюда, сюда шла наружу. Так, этой опоры у нас, конечно, не будет. Я уже Вадиму Петровичу заказала с круглым кольцом такие опоры. Я вам покажу, когда сделаем. Тут на две. Вот эти развилки, как у нас получились. Мы почти все с вами уже прошли. У нас осталось с этой стороны. С этой стороны. Вот такая вот тоненькая пенек. Мне, кстати, спасибо написал кто-то более с большим опытом по гортензиям, что пеньки обрезаются на следующий год. Не в этот год, когда мы стрижем и пытаемся, вот, допустим, развилка какая-то и вот этот пенек на самый низ убрать. Все равно не получится, и мы можем повредить вот эти наши почечки, может быть, тут проснуться, или даже вот эти побеги. Поэтому пеньки вот такие, вот пенек еще большой, мы на следующий год вырезаем. Это проще. Тут я оставлю по одной почке, потому что сильно какие-то тонкие побеги. Так, тут мы срезаем тонкие ветви. А вот вам, кстати, и пример. Смотрите, отверстие. Видно? Как бы нам было не жалко, мы понижаем. Убираем один год жизни. Все, проверяем. И вот тут срез. Тут срез зелененький, хороший. Получилось, мы целый год жизни наращивания у гортензии убрали. Ну, у нее, смотрите, снизу какой хороший побег. Я его вот так понижу. И он нам уберет вот тут вот расстояние. Ну вот, я смотрю, мы так между делом все деревце и прошли. Потом отходим, как я говорила. Так, пенек. Это еще пенек позапрошлогодний, представляете? И смотрим, что у нас получилось. Красотулечка такая наша. А вот этот с дыркой. Вот видите? И нам вот это вроде как и немного, но гортензия сама это медленно нарастает. Поэтому как бы и много. Вот такая девочка красавица получилась. Аккуратненькая, ровненькая, немножко кособокенькая. Вот еще мы пропустили. А сейчас перейдем к совсем молоденькой гортензии. На примере вот этой гортензии фантом, малюсенькой. Так, как бы не забыть, мне еще был вопрос, подойду, покажу, а как обрезать вообще молодой кустик двухлетний. Вот это молоденькая вообще наша штамповая гортензия. Мы любовались ей все лето, весной, какая она была. На примере нее я рассказывала, как мы формируем ее. Опору ей поставим. Сейчас я убрала старую. Так, смотрите. Стволик ровненький, хороший. У нас 4-5 веток. Вот это была выломана. Вот что значит, еще бы в эту сторону было, была бы она ровнее.
всегда наблюдайте у молодых гортензий, чтобы не обламывались молодые побеги. Как-то ее фиксируйте от ветров, дождей всяких. Сами случайно не заденьте. Начинаем. Значит, тут у нас ничего не идет в середину, потому что всего 5 веточек. Я буду вязать на 3 почки. 1, 2, 3. Это гортензия. Фантом. 1, 2, 3. Почему на 3? Потому что я хочу поднять ей высоту. Это гортензия. 1, 2, 3. А вот что интересно, сейчас покажу. Искривленная ветка. Искривление, конечно же, мы не оставляем. Почему искривление? Я тут ее фиксировала к кольцу. Поэтому тут я до искривления на 2 почки, получается, обрежу, чтобы она у нас ровненькая была. Прошлогодний пенек. У штамбовых особенно эти жуки опасны. Представьте, я видела видео из питомника. Сейчас трактор проедет, я вам расскажу. Трактор проехал, и я услышала, как поют птицы. Весна уже, прямо весна-весна. Так вот, в питомнике показывали обрезку штамба. Ну, я периодически смотрю, интересуюсь, изучаю, что как. Поэтому с большим вниманием смотрела на обрезку этого штамба. И когда она обрезала вот этот пенек, там дырочка. Что мы в этом случае делаем? Мы будем понижать на 1 прирост. Вот так надо было бы убрать. Ну, девушка срезала. Там опять дырочка в ствол, представьте. Она срезала еще ниже. Там опять, то есть вот этот жук, он прошел все наши приросты. Что в таком случае делать? Ну что, печально, но не расстраивайтесь. Мы вот до таких пор вот так обрезаем наш штамп. Да, он будет меньше, но тут должны проснуться почки. Тут, тут он будет короче. Мы потеряем 2 или 3 года. Но наша гортензия все равно будет жива. А представьте, если бы мы не сделали ничего. Он бы испортил весь куст, надо было под корень вырезать. И штамба уже с этого не получилось бы. Так, у нас 3-я веточка. 1, 2, 3. Птицы нам прямо подпевают нашей работе. И вот такая получилась гортензия. Будем наблюдать за ней уже совсем скоро, как она будет в более высокое деревце превращаться. Красивая. С молодыми штамбами вообще никаких проблем. Пеньки вырезайте, смотрите, чтобы веточки все ровненькие были, искривлений не было. И желательно, чтобы форма деревца у вас оставалась. Так, сейчас подойду к малюсенькой гортензии, кустовой, вообще малюсенькой своей. В прошлом году это был еще черенок, представляете? Кстати, следующее видео покажу работу над ошибками с черенками нашими. Если вы черенкуете, я там вам порассказываю, что может быть, что не быть. Сейчас самый сложный период в черенковании. Листики выпустили наши черенки, а дальше может все закончиться печально. Что делать? Идемте к молодым кустикам, которым еще года нету. Я их высадила в грунт в июне 23-го года. Ну вот это наши молодые кустики. Я вам с такого ракурса снимала. Сейчас прикреплю гортензии. Некоторые я буду оставлять штамбами. Я уже отсюда буду их пересаживать и нашла место. Вот эту будет штамбом у меня. Это полярный медведь. И вот эту будут штамбики. А, еще вон одна высокая. Покажу на примере вот такого кустика. Смотрите, я ее тут иголками присыпала. Вот у нас наш череночек, веточка и двойное раздвоение, и 2 веточки пошло.
спрашивают, может быть, оставить их на следующий год, пусть нарастут, что-то будет. Если мы... Тут хороший срез, смотрите, какой по центру прям. Вообще ничего нету. Если мы оставим так, как есть, наши листики пойдут с самых верхних. Вот из этих, а вот эта вся останется. Но она нарастет со временем. Лысая, высокая. И на следующий год вам все равно надо будет ее понижать. Если мы ее обрежем в этом году на две почки. По-хорошему можно было вообще на одну срезать. Но я буду на две. У нас отсюда пойдут ветви. И в этом году это будет кустик. Если мы на две почки... 4 с одной, 4 с другой. Но 4 обычно соцветия не бывает. Бывают 2 верхних и 1 может быть нижнее. Гортензия еще совсем молодая. Будет маленькая, крепенькая. На следующий год еще развилочка. И у нас будет красивый кустик. И из земли пойдут базальные побеги. Корневая там у нас уже наросла. Поэтому молодые кустики обрезайте на 2, ну максимум 3, если вам совсем жалко. Я вот так обрежу. Вот такая рагулинка, козюлинка. Тут даже я еще ниже сделаю. Вот так. Все. Можно ее присыпать вот так вот. Может быть, я так и сделаю. И из спящих вот тут будут крепкие побеги. То есть будет не ножка, а будет вот так кустик. Ну, присыплю я ее, наверное, точно. У нас передают, сейчас я ее прикрою. Срезы хорошие, видите. Удивительно, вот эти наши черенки, что мы с вами сейчас делаем, на следующий год будут такими же кустиками. Так, тут надо пройти. Что делать? Вот эти, которые я... Вот эта палочка опорная, а вот гортензия. Она цвела, видите, в прошлом сезоне я вам показывала. Я всю высоту оставлю, только в нее срежу вот тут, где соцветие. Все. Вот это наш штамбик. Будем оставлять 2 или 3 пары почек и формировать новый штамп. А сейчас я пойду, наверное, даже яму выкопаю. Сегодня тепло очень. И можно начать весенние работы. Ну что, показала я вам все, что хотела про обрезку гортензии на сегодня. Я сегодня уже заканчиваю обрезку всех своих кустов и штамбов. И буду переходить к древовидным пионам. У меня пока только 3 куста. 1 большой, 2 маленьких. 3,5 года ему, вот для меня большой. Там уже много веток. Но сниму и покажу вам уже, наверное, позже. Потому что похолодание будет. Иву пойду сейчас обрезать. Всего хорошего!